Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Терпение Вани по отношению к Лизе Полыгаловой кончилось. Он понял, что многое спускает ей с рук, в то время как она все больше и больше садится ему на шею. И очередные разговоры Лизы о расставании и отъезде на поляну стали для Барсикова последней каплей. Барсиков сказал, что больше не будет ее останавливать. Его единогласно поддержали как участники, так и ведущие. Захар Саленко готов строить отношения с новенькой Лизой, с которой у него начались отношения за периметром. Но он боится, что Майя Донцова не успокоится и будет всячески ему мешать. В сети появился компромат на Юлю Ефременкову. Это очень откровенные снимки в стиле ню. Посмотрим, как будет выкручиваться Юля. Ведь она вешала лапшу на уши Сергею Кучерову о своей неприступности. Юля хочет покинуть остров. Ей предложили записать сольный альбом в Москве. Но участники подозревают, что она просто боится соперничества с Ангелиной Татишвили. Ангелина уже собирает чемоданы и ждет, когда будет готова виза. Антон Гусев вымаливает прощение у Вики Романец с помощью флешмоба. Он попросил принять в нем участие своих знакомых со словами «Вика, Антон тебя любит». Ольга Бузова выяснила, кто же совершил хакерскую атаку на ее канал на YouTube, после которой у ее дебютного клипа появилось очень много дизлайков. Бузова написала в своем блоге: «На меня опять нападают мужчины со спины из-под тишка, как трусы и крысы, и я это просто так не оставлю». Элина Камерен решилась на кардинальную смену имиджа. Причиной стала, если верить слухам, новая любовь. «Теперь я чувствую себя гармонично», – пишет Элина. Бузова поздравила Дмитрия Тарасова с днем рождения. «Поздравляю», – пишет она. «Желаю ему в 30 лет наконец научиться ценить самые важные события в его жизни». Женя Феофилактовая продолжает приписывать роман с 25-летним Зауром Зауровым, бойцом по смешанным единоборствам. Многие удивляются, что из всех ухажеров она выбрала 25-летнего парня. Парень восхищен ее красотой и осыпает ее комплиментами постоянно. Даша Пынцирь примерила странный образ. На одном из свежих снимков она совершенно на себя не похожа. Фанаты не смогли однозначно решить, идет Даше такой образ или нет. Кто-то посчитал его удачным, а кто-то наоборот заявил, что с таким макияжем она потеряла свою индивидуальность. Бывший Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов больше не скрывает свои новые отношения. На днях он написал комментарий Анастасии Костенко, который в этот момент вела прямой эфир в Инстаграм. «Тебя долго ждать?» – спросил он. Вот некоторые комментарии. «Ну все, теперь Бузову разорвет, и она запишет еще одну песню». Еще одна инстаграмщица. «Эх, Тарасов, на одни и те же грабли наступаешь». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.